В Актюбинской области 87 тысяч предпринимателей, почти половина из них – это женщины. Представительницы прекрасного пола осваивают самые разные направления бизнеса. Интерес к открытию собственного дела проявляют все больше многодетных мам и женщин, чьи семьи относятся к категории малообеспеченных. Этому способствует государственная поддержка, помощь оказывают также Совет деловых женщин, действующий при региональной палате предпринимателей. О развитии и поддержке предпринимательства «Бизнес-леди» говорили сегодня на встрече с акимом региона Яралы Тугжановым. Жительница Алгинского района Евгения Макаревич занимается разведением домашних птиц вот уже 6 лет. Спрос на продукцию большой, поэтому предпринимательница ежегодно расширяет свое хозяйство. Недавно выиграла грант в размере 4,5 миллионов тенге, приобрела оборудование и начала выпускать тушенку. Теперь в планах построить ферму. На аукционе выиграли земельный участок. Теперь мы хотим кредитоваться, чтобы застроиться. И в планах у нас выращивание 6 тысяч бройлеров, хотим 1000 индейку, 1500 гусей и родительское стадо для того, чтобы производить свое инкубационное яйцо. На поддержку предпринимательства в этом году в регионе выделили свыше 11 миллиардов тенге. Половину этих средств освоили бизнес-леди. Представительницы прекрасного пола развивают прикладное искусство, открывают пекарни, ателье, кафе, в том числе и в сельской местности. Количество женщин в бизнесе только в этом году увеличилось на 17%. В результате созданы десятки новых рабочих мест. Я думаю, это направление, которое нуждается в серьезной поддержке. Почему? Потому что женщина есть, и основа семьи, я думаю, и благополучие наших детей. Поэтому вот направление мы поддерживали и будем поддерживать. Это и главная задача, которую ставит перед нами глава государства. Для желающих попробовать себя в бизнесе при региональной палате предпринимателей действует Центр развития женского предпринимательства. Здесь можно пройти обучение и получить помощь в открытии своего дела. А опытным бизнес-леди аким области вручил благодарственные письма. Наталья Салькова, Айнадин Молдабеков, Актобе, Хабар.